Привет, ребята! Привет, ребята, вы снова на нашем канале. Сегодня у нас смешбокс слайм. Сегодня у нас большой слайм смешбокс. 8 коробочек с секретными слаймами. Какую, покажи. Вот эту. Теперь очередь Марика. Марик, давай. Какую коробочку выбираешь? Вот эту. А, самую красивую выбрал. Давай. Давай. Вау! Ничего себе! Нет, Марик, это не микробы. Это целая огромная коробка для смешивания слайма. Вот что Леве попалось. Давай, Марик, открывай. Это. Ну, давай. Ой, какой мешочек интересный, да? Ну, давай, складывай его. А теперь очередь Лёвы. Лёва, открывай. Вау, ничего себе, какая игрушка. Твоя очередь. Давай. Марка тоже попалась. Тоже роботы попались, да, Марик? Смотри, у нас осталось это и вот эта коробочка. Давай, красную, давай. Машинка. Ничего себе, машинка Hot Wheels, это не слайм. Слайм! Прикольно. У Лёвы два подарка, да? Машинка Hot Wheels и слайм. Самая последняя коробочка, радужная. Да, и последний слайм. Открывай, Марк. Не попался вот это! Да! Микроб! Поп-попс, нотс. Ну что, будем открывать все это? Ну что, ребят, давайте посмотрим, что у кого есть. Да. Да. У Марика вот такой Bubble It, похож на Play-Doh. Да? Это похоже на слайм Play-Doh. Потом игрушка в слайме. Вот такие поп-попс, нотс. И Fluffy Slime. Да, такой мягенький, прикольный. Сейчас мы все это откроем. И у Лёвы что попалось? У Лёвы попалась ракушка со слаймом, да? Называется Glitter Goo. Игрушка в слайме, это Liquid Lava Putty. И целая лаборатория слайма, посмотрите. Давай, Лёва, открывай. Лёва решил начать с машинки Hot Wheels. Классная машинка, Experimotors. Прикольная. Вау, какой классный. Да, он такой, о, знаете, какой он классный. Он очень мягкий, да, и такой, знаете, липучий одновременно. Теперь очередь Марика открывать свои игрушки. Понятно, давай, открывай. Посмотрите, это такая интересная коробочка из нескольких уровней. Да, она очень напоминает лол-сюрприз для девчонок. Да, Марк? Только это роботы для мальчишек. Несколько пакетиков, да, Марк? Да. А интересно, здесь есть слайм? Еще одна часть. Два колесика, да? Нам нужно собрать этого робота целиком. Два колесика. Ой, какой большой мешочек. А, что там? Это что? А, да, это тело робота. Понятно. Угу, давай дальше. Вау, сколько много. Да, много мешочков тоже, да? Но это оставшиеся части от робота. Все детальки от робота мы собрали, да? Осталось последнее. Последнее – это голова. Вау. А вот он где слайм, да, ребят? Смотрите, вот он слайм. И сейчас в слайме у нас появится голова от робота. Такой прикольный слайм, да? Такой жидкий, посмотрите. Смотрите, какой слайм. Он даже на слайм не похож. Это больше похоже на слизь, да, Марк? Настоящий робот. Ну что, голова здесь, да? Давайте его соберем. Давайте сейчас сразу откроем Лёвиного робота, да, чтобы узнать, какой робот попался.
Марика вот такой зеленый интересный робот, которого Марик сам собрал без инструкции, да, Марк? Да. У Лёвы коробочка серого цвета, да? Значит, робот, возможно, будет другим. Оп! Ну что, Марк, твой робот готов? Да. Прикольный робот. И следующий слайм, который откроет Марик, это Флаффи слайм. Посмотрите, какая упаковочка. Это робот. Нежелательно. О, прикольно. Совсем другой, да? Ой, очень гибкий, кстати, этот слайм. Этот слайм намного легче, чем обычный слайм. И он такой, знаете, как пенка. Это Bubble Eep. 4 баночки с разными цветами. Розовый, синий, желтый, оранжевый. Да, посмотрите, это слайм с крупинками. Очень прикольный, липкий, очень оригинальный. Потому что он сделан из шариков Bubble и слайма синего цвета. Очень прикольный. Кстати, этот слайм высыхает на воздухе. И из него можно сделать прикольные фигурки и оставить как игрушки. Прикольно очень. Очень воздушный и одновременно липкий. Сейчас Лёва будет открывать свою баночку Liquid Lava Putty. Это цветная лавовая паста. Что это за интересная такая паста? Слаймовая, да еще и с зеленым галактическим цветом. Посмотрите, какая это прикольная паста. Зеленого цвета. Переливается блестками. А на свету она переливается перламутром. Супер классная, а главное, сейчас я вам покажу, как она собирается. Очень классная по составу паста. Это что-то среднее между обычным слаймом и флафом. Видите, как переливается цвет? Эта смесь очень похожа на лаву, только зеленого цвета. Видите, классный-классный цвет. Сейчас мы будем открывать Pop-Pop Smots. Вот такие маленькие зеленые капсулы, в которых есть мини-фигурки. Итак, первый Pop-Pop. Что там? Прикольно. Ничего нет, Марк. У Лёвы есть мини-фигурка, посмотрите. Тут маленькая-маленькая фигурочка. Вау! Ничего не попалось! Нет, у меня тоже ничего не попалось. Вот он, видите? Какой да. Маленький. Да, похож на монстрика. Открыл. Вау. Ну, да, у меня ничего не попалось, потому что у меня желтая жидкость. У меня тоже не попалось. Тоже ничего? У тебя темно-зеленая жидкость, Марк? Попался кто-нибудь? Никого. У Марка никто не попался здесь, смотрите. Пустой. Пустой поп-снот. Да. И у нас 4 фигурки попались. Вот такой... Жук маленький какой-то, да, похож на бактерию. Потом еще один бактериальный монстр. И вот такой маленький прикольненький динозаврик. В общем, да, слайм. Ну что, ребят, давайте проголосуем, какой слайм самый прикольный. Смотрите, у нас есть простые слаймы, да, такие жидкие, прилипучие. Вот они. Мне кажется, что это не самые прикольные. У нас есть паста Bubble, которая похожа на Play-Doh. У нас есть вот такой прикольный слайм. Но он уже высох за время игры, поэтому он первое место не займет. И последних два слайма. Флаффи слайм. Очень мягкий и прикольный. И космический слайм. Космическая слайма-паста. Мне кажется, что эта паста займет самое первое место. А вы как думаете, ребята? Этот? Мне кажется, что вот эта паста самая прикольная. Лёве тоже этот слайм понравился. Ну что, ребят, на этом все. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. А вот эту прикольную коробочку с экспериментами слайм мы откроем в следующем видео. Так что оставайтесь с нами. Пока. Пока.